Вот так, после такой работы мужики спят очень крепко. А я думаю, что это я... Вообще-то приятная работа для рук. Тренируйся, тренируйся. А я чуть-чуть, а я потренируюсь. Давай. Видишь, я молодой, я быстрее чуть. Да-да-да. Не, Кума, у него была амплитуда большая, а у меня маленькая амплитуда. Но ты учись у опытного, не, да, не делай не собственных то, ошибок. Ну, я в конце уже амплитуду увеличиваю. А тут, как, Люда, ты поняла, о чем они? Сколько стоит капли? Ну, я не слушаю. Что же вы смеетесь, да? Ну, я так понимаю. Вы это что? Говорите, конечно. Закопаем метод. Давай. Ну. В другую дырочку, в другую. Да нет, пальчики стучать. Ра-ра! С рождением дочери. Женечка. Ого, какие подарки! Мишель. Вау! Мишеля! Что-то она там... Держи, это тебе, что ты училась. Да? Тебе, тоже тебе. Держи. Вика, забери свою резинку. Держи. А, оле-ле-ле-ле-ле-ле. А ты крестному дашь Тему? Вика сразу брала. Ну, тебе сколько подарков, да? Нет, она дома. Да?